Фитнес и аэробика – один из самых молодых видов спорта, быстро завоевывает мир. Это массовый, эстетически увлекательный и поистине зрелищный командный вид спорта, собравший все лучшее из теории и практики оздоровительной спортивной аэробики. В программе соревнований в Анапе командное выступление по фитнес и аэробике, хип-хопу, степ-аэробике. Это же замечательный вид спорта, это красота, это здоровье, это гармония, это культура. Это все вместе взято, это одним словом красота. Татьяна Шишкова из станицы Староминской в детстве занималась гимнастикой, но из-за травмы спины не смогла продолжить занятия. Поэтому Таня уже 10-й год занимается аэробикой. На соревнованиях в Анапе ее команда не впервые. В юные годы девочки успели стать многократными чемпионами Южного федерального округа и Краснодарского края. Он сочетает в себе многие качества. Развивает выносливость, гибкость, эмоции, также фигура хорошая. Многие знают, и поэтому он имеет большое, широкий, многие люди занимаются аэробикой, в том числе и мальчики. Юля Светуль занимается этим видом спорта меньше своей землячки Тани, 3 года. Но ее команда уже успела выступить во многих городах Краснодарского края и в Москве. Мне он очень нравится, он нужен, поддерживает фигуру, и я почти никогда не болею. Организаторы соревнований и учебно-тренировочных сборов – Федерация Краснодарского края по фитнес-аэробике, президент Федерации Надежда Жуковская, вице-президент Елена Колдаева и исполнительный директор Юлия Фирсова. Все девушки являются тренерами ДЮШ №1 города Анапа. Тренируют на базе спортклуба «Ритм» на улице Крымской, 198. На соревнования в Анапу уже не в первый раз приехал гость из Испании. Джонатан провел с ребятами массовую тренировку. Очень хорошие соревнования. Я очень рад, что приехал в Россию. Уже 2-й год меня приглашают проводить данный спортивный сбор. Очень нравится этот лагерь. Рад делиться опытом с вашими спортсменами. По итогам судейских оценок первые золотые места заняли команда «Ириски» из станицы Староминской и команда «Энерджи» из Новороссийска. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.